чтобы добиться вот такого результата, вот, то есть с одной стороны она резиночка резиночкой, с другой стороны вот такими ребрышками, тоже очень интересный эффект. Чтобы добиться вот его, нужно вязать следующим образом. Вы вяжете лицевую за переднюю и изнаночную за переднюю, как обычно, вот так. Вот так. Тогда у вас получится с одной стороны резиночка классическая, а с другой стороны некоторые петли будут перекрещенные, и получится вот такой вот эффект.